Мне кажется символичным, что передача про скидки закрывается как раз под Черную пятницу. Хоть раз название этого светлого праздника халявщиков оправдает себя. Ой, не сгущай краски. Давай, натяни улыбку на лицо. Его все равно не видно. И ищи позитивные моменты. Мне вот больше не придется с тобой работать. Блин, в натуре. Пляшем на последней дисконтеке, отбираем самых бодрых скидок и расходимся наигрывать все те 100 миллионов часов, которые скупили. А заодно раздаем последнюю пачку подарков. Остальные не попадут, не бойтесь. Мы подумали, я решила, что раздадим ключи в стримах, официальных и неформатных, и раскидаем в группе ВКонтакте. А еще раз я такая добрая, если вдруг очень нужно какую-то конкретную игру, приходите в личку и спрашивайте. Если есть списки, отдам. Мне не жалко. Как я должен это обозревать? Ну, как-нибудь. Черная пятница в Steam. Так, короче, я буду капитаном очевидность, но стану озвучивать скидоны из стоп-листа по продажам. Лучшее, что вообще есть в эту пятницу, это Wolfenstein The New Order. Шутер года, который вы очень не хотите пропускать, стоит всего 150 рублей. И новую видеокарту для вашего компа, если вы еще не проапгрейдились до сих пор. Но к самой игре претензий, конечно, нет. От себя вкину CS GO с 50% скидкой. Я ничего против CS самой по себе не имею, но с тех пор, как ее форсить начали, она стала какой-то бездушной со всеми этими кейсами. Купи право покупать ящики! И радуйся соревновательному штану, как белый человек. Кстати, как белый человек, вы можете еще и докупить библиотеку Mirror's Edge. Вдруг играли в пиратку, а тут появилась возможность к выходу второй части подготовиться. Вообще, распродажи Steam странная штука. Я вот не могу представить, что может заставить человека спустя столько лет купить Skyrim. Ну, типа, хей, почему ты не купил в момент выхода? Или на тысячи предыдущих распродаж? Но нет, Skyrim снова в топе. 150 рублей. Зато прямо обратная ситуация с Ведьмаком. Игра же ведь только что вышла, еще хайп не прошел, а уже скидон. Славься, CD Projekt Red. 50%. И чуть-чуть меньше, 40% на... Ни слова про GTA! Надоели! Скидки на GTA! Всего 3 выпуска было без скидок на GTA! Видеть их не могу! 40% на Ori and the Blind Forest. Отличный платформер, всем рекомендую. А еще со скидкой раздается великолепная Star Wars Академия джедаев. Лучшая джедайская игра ever! Проходил примерно 5 или 6 тысяч раз. И сюжет, и геймплей, и уровни, и ролевая система, и все в ней прекрасно. Хочу такой 7-й эпизод. Но будешь смотреть на афроамериканца с глупой мордой во имя галактической политкорректности. Ой, ну ее в пень. Еще момент. До начала Черной пятницы я мониторил обычные недельные скидки Стима. Поэтому дальнейшие предложения в этот великий день вам покажутся слабыми. Но вдруг кому-то пригодится. То есть опять будешь впаривать людям какую-то дичь? Слушай, я про дичь за все выпуски говорила раз 6. У тебя такой маленький словарный запас, что ли? Да это просто великолепный мемес, я прям тащусь. Короче, немного дичи. Любимая феном и его адептами Tale of Tales. Это не Telltale с сериалами, это адовая индя, которая не так давно истерично закрылась, обложив болтами все игровое комьюнити. 200 рублей за комплект игр для поиска глубинного творческого замысла. The Graveyard, The Pass, Fatale, Fatale, Fatale. Sunset и так далее. Ой, фу. Любимая Костей Занзара. Игра типа как про покемонов, но на самом деле про 11-летнюю жопастенькую девочку-рабовладелицу эльфов. Как всегда в таких случаях, если вы не знаете ее, то идем дальше, а если знаете, просто обязаны купить. Слушай, там девочка с большим сердцем вместо меча. Она киборг, что ли? А еще напоследок продается со скидоном коллекция блицкригов. Первые две части говорят норма. За одну и третью посмотрите, вдруг все тоже не так, как кажется. Humble тоже неплох на этой неделе. Коды Masters предлагают вам за 60 рублей купить Grid 2, Dirt, Overlord и Colin McRae Rally. Где-то я все это уже видела. Ну, потому что разработчики часто курсируют между магазинами с одним и тем же набором скидок. Например, забегая вперед, на этой черной пятнице Telltale прошлась по всем консолям с почти одинаковым пакетом. А коды мастеры вот, чем могут, барыжат. Раз уж нового Оверлорда не делают, так хоть старого раздадут. За 5 баксов, кстати, вы получите сиквелы к вышеобозначенному. Тут уже многовато, конечно, но по факту все равно дешевле, чем если покупать все игры отдельно в Стиме.
Нужно больше черни. Да, этим же руководствовались авторы нового эпизода «Звездных войн». Окей, и G2A, которые выкатили свою распродажу стимовских ключей. И здесь, в отличие от стима, скидоны не на все подряд, а только на элитные новинки. StarCraft 50%, MGS примерно столько же, и даже четвертый Fallout аж 20% дешевле, чем в стиме. Там-то скидки вообще нет. В общем, вся эта сочнота раздается аж до 2 декабря, так что успеть должны. А еще бодрейшая скидка на грехи темных школярских душ. Грешненькие 665 рублей. И не забывайте, что все покупабельное можно удешевить потрясающим кодом SGRU, который нужно вводить всегда-всегда. Баннеры вешать можно. Псс, парень, хочешь увеличить себе скидку? Еще больше пятницы предлагают консоли. Я вот сначала открыл PSN, прищурился, расстроился. Недостаточно черно? Да, так кажется. А когда начинаешь одно за другим выписывать, то оказывается, что все круто. Я, например, порадовался Ultra Street Fighter 4 менее чем за косарь. Это все-таки любимый мой файтинг, пятой части просто не дождусь. В онлайне просижу часов 200, наверное. И ты сейчас заработал еще минус 50 очков уважения от всех православных фанатов Mortal Kombat. Я просто люблю нормальные файтинги. Знаешь, лучше люби то, что неосуждаемо, это позитивнее сказывается на карме. Ведьмака, скидок на которого, наверное, больше, чем на GTA и Walking Dead вместе взятых. Кстати, о Walking Dead. Есть потрясающая скидка на Tales from Borderlands. Всего 500 рублей на PS4. Платина, которая нужна Готэму сейчас. А еще первый эпизод «Игры престолов» от тех же ребят можно забрать бесплатно. Еще очень толковая скидка на полноценную Diablo 3 с аддоном. Ее можно выхватить всего за косарь. Честно говоря, сомнительно, но поговаривают, что игра на консоли в коопе сразу нормальной становится. А вот Inquisition нормальным не сделает уже ничто. Или стоп, ее не засирают? Ой, да хрен пойми их там. В любом случае, 1200 за полную версию игры. Тоже ништяк. Еще могу отметить Devil May Cry 4 и 5 по косарю каждая. И никому нафиг не нужная Watch Dogs за 800 рублей. Ну и все примерно те же самые скидки на PS3. Поглядите. И я уверена, что Бокс сможет нормально выдать. У них же тоже Черная Пятница. Окей, открывай, смотри. Уже? Меня чутка возбудила Shadow of Mordor со скидкой 50%. И... блин, и все. Че так мало-то? Борду не люблю, GTA, ну, ты сам говорил, что надоело. Dishonored, это как там его Edition, оказался обманом. Почему обманом? Да потому что это всего лишь попытка второй раз бабло срубить. Переиздание очень сомнительное, графон уровня ПК-версии, когда игра там только вышла, плюс 30 FPS. В общем, хз, я ждала чего-то иного от переиздания, хотя, безусловно, игра потрясающая, но уже есть на ПК. Ну, как минимум один лютый угар ты пропустила. 40% скидки на новую NFS. Новую NFS, вот так, сразу, мощь! Так она и на плойке была, эта скидка. Да? То есть это я пропустил? Ну ладно, еще Forza Horizon, ничего так, 50% скидон, Batman 40%, Killer Instinct, Mortal Kombat 50%. Короче, нормально. Но у меня нет бокса, а нашего бюджета все равно на эти покупки никогда не хватит. Ну давай, самое время распилить косарь и посчитать, какие игры мы купили. Я купил Tales from Borderlands, потому что люблю Борду, а ее очень хвалят, и там есть платина. А еще 500 рублей. Пропил. Мы должны покупать игры. Саша, пора быть честными со зрителем. Что? Нет, не делай этого. Господа, дамы... Остановись, ну последний выпуск же! Мы никогда по-настоящему не покупали игры. Ты только что похоронил шоу. Я вообще, по-моему, первый раз за всю историю шоу реально купил то, что мы нашли. Отвратительно. Но, во всяком случае, игры мы раздаем по-настоящему. Тут никакого обмана. Да, и идиотов я, к несчастью, не придумывал, а не все из жизненного опыта. Вот вам плашка, не с идиотами, а с победителями этой недели. И история про самого потрясающего чувака, который вообще мне писал. Появился на прошлой неделе. Аккурат к концу, как будто выжидал. Значит, пускаю я плашку в прошлом выпуске. Разыгрываем Frozen Synapse, ее предлагает человек под именем все еще Разумовский. На следующий день мне в личку пишет некто Разумовский. Еха, я выиграл! Упоролся, что ли? Отвечаю, мол, чувак, во-первых, мы говорили вслух, что это плашки розыгрышей. Во-вторых, тебя не смутило, что написано «все еще»? Знаете, что он мне ответил? Ну, я уже несколько выпусков подряд репостил. И тебя опять же не смутило, что мы не разыгрывали Frozen Synapse никогда, и просить ты ее не мог.
Короче, всякое бывало, но такой атомный весельчак в первый раз. С Новым годом, мужик! Ну ладно, все уже насмотрелись, давай новую пачку халявы. Ее не будет. Выпуск последний, поэтому результаты розыгрыша мы показать не сможем. А поскольку репостить уже смысла никакого нет, то в путь. Я тебе дам в путь, скотина ленивая. Иди рисуй плашки, последний раз не надорвешься. Во-первых, я хочу раздать Hitman Absolution от Стаса Трофимова и Дениса Попова. Еще последний нам прислал Total War Shogun и неплохую Aliens vs Predator. В этой подборке почти все хочется озвучивать вслух и каждого благодарить лично. Спасибо за отличного Deadpool, Рамзес. А еще Даурабицба прислал нам Lost Planet 3, как и Поликарп Котов. Еще Лара Крофт и Guardian of Light от Леона, Murdered Soul Suspect от Дениса Попова, Sleeping Dogs и так далее. А еще напоследок у нас для вас нашлось несколько карточек на 10 евро, которые можно будет погасить на сайте g2a.com, как раз пока идет чернопятничная распродажа. Спасибо вам, чуваки! Мы бесконечно благодарны за каждый присланный гифт, и лично мне очень стыдно, что все раздать нормально не удалось. Но на этом краткая история невыстрелившей передачи заканчивается. Спасибо, что были с нами, мне добавить больше нечего. Ну, вот и все. Ты как? Ой, я отлично, пошла думать над новогодними итогами. Аж с августа с вами были Дмитрий Кунгуров и Александра Кост. Всем счастливо!